Приветствую всех на канале Мирабей. Турецкий сериал «Никто не знает» выходит по вторникам на канале АТВ. А сейчас кратко о сюжете. После перестрелки Севда считает, что Али стрелял в собственного брата. Из-за этого ее любовь резко перерастает в ненависть. Чтобы очистить свое имя, Али для начала необходимо выйти из тюрьмы. Все происходящее на руку Уйгару. Он давно уже хочет разлучить Севду и Али. Как вы думаете, узнают ли правду Али и пилот о том, что они братья? Дата выхода пятой серии назначена на 9 июля 2019 года. Субтитрами она появится уже на следующий день, 10 июля. А с русской озвучкой ее можно будет посмотреть в сети 11 июля. Если желаете быть в курсе всех новинок турецких сериалов, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.